Вы на канале Лазница, меня зовут Вика. Сегодня я хочу вам показать посылочку, распаковать вместе с вами, которая мне пришла. Тут есть каниколон и еще куча всего, поэтому сейчас хочу с вами открыть и посмотреть. Просто его куча. Так, вот такой вот красный, розовый, вот такой вот бирюзовый, вообще класс. Вау, я вот такие вот цвета очень хотела, тут три цвета. Ну они реально все крутые, это просто какой-то темный. Вот это да! Такой ядерный. Вообще просто, я даже открою. Просто кайф. Еще посмотрим, какого качества эти все цвета, потому что те цвета были вообще реально классные. А насчет этих пока не знаю, так что не буду утверждать. Я в следующих видео вам все расскажу. Вот такой вот. Вот, крутой тоже. Блин, какой красивый. Убери. Что-то я психанула, по-моему. Вот еще. Вот, это очень тоже крутой. И еще. Крючок еще один у меня будет, вообще прекрасно. А еще, ну это каким-то бонусом, куча резинок, потому что я их не заказывала. Куча вот таких вот резинок, и я заказала, так как я заказала много каниколона, то я заказала вот такие вот штучки на косички. Буду плести косички. Хотите видео? Так, ну прикольно, так целая гора резинок в подарок. Ну, в принципе, крючок, потому что я его не заказывала. И последнее. Это... Я просто увидела этот цвет, и я подумала... Почему бы мне не разнообразить канал зеленой болванкой? Вообще, вот это крутой цвет. Я... Блин, ну как на фото реально. Я думала, будет какой-то другой оттенок. Но нет, вообще, посмотрите. Крутая. Мне нравится. Вообще, и волосы длинные. Кстати, она со штативом шла. Тоже. И лицо красивое, но правда тут, конечно, не очень. Вот что-то. Ну, оно внизу, в принципе, не важно. Главное, что лицо красивое, реально нормальное. И волосы густые. Очень крутая голова. Все, у меня уже руки чешутся. С этой кучей каниколона я тоже не знаю, что делать. Но идей, в принципе, у меня куча. Главное успеть все за лето переснимать. То, что я надумала себе. Это реально каждый день нужно видео снимать, чтобы снять все то, что я хочу для вас показать. Мне бы 10 рук. Может, кому интересно будет, я пораспаковываю и покажу так цвета без упаковки. Вот такое вот. У меня такое впечатление, что я просто все заказала цвета, которые там были. Вау, просто это вживую, ну на камере тоже, конечно, вживую вообще. Это такой сочный, яркий цвет. Ой, я не могу, я уже хочу что-то заплести. Посмотрите, тоже тройной. Этот я вам уже показала.
просто белый. Почему-то мне захотелось, не знаю. Насмотрелась в Инстаграме всяких фотографий с этими колонками, позаказывала всех цветов, которые понравились. Теперь буду плести и заплетаться. Вот такой вот вообще нежный-нежный, вообще класс. Просто вообще цвета реально офигенные. Лишь бы и качество было такое же, как я в первый раз заказала. Вот такой вот желтый класс. Вообще просто огонь. Вот меня смущают, конечно, кончики. Посмотрим. Зеленый такой белесый, ну, в общем, красивое сочетание. И вот такой с черного в розовый цвет. Вот это вообще просто, я как увидела реально у кого-то в Инстаграме прическу с таким каниколоном. Но он такой вообще крутой и нежный. И вот когда он мне пришел, ну, это реально очень красивый. Это тройной цвет, голубой, светло-фиолетовый и розовый. Вообще просто класс. А, все, я поняла, это типа серый, но он почему-то... Хотя нет, серый, это на камере он почему-то в коричневый уходит, а так он серый цвет. Это я, по-моему, себе под цвет волос заказывала. Черный, фиолетовый и серый. Переход такой. О, мне под маечку. Вообще крутой. Просто вообще все цвета крутые. И еще мне захотелось просто одноцветных. Поэтому вот такой вот фиолетовый. Бирюзовый. Вообще классный. Ну, такой нежненький. Розовенький. И красный. Вообще класс. Такой сочный. В общем, вот такая вот гора каниколон теперь у меня. Вот, в общем, моя посылка. Что-то я психанула конкретно. Хоть бы вообще переплести это все за лето. Уже месяц, тем более, почти прошел. А теперь у меня уже руки чешутся какое-то видео для вас снять. Вы меня просили, кстати, побольше видео с каниколоном. Теперь... Получите побольше видео с каниколоном. Теперь, наверное, каждое видео будет с ним. Вообще, напишите, интересно вам какие-то идеи, какие там вечерние прически с каниколоном, там просто какие-то необычные косы или обычные косы, может, вы не умеете плести. Вот напишите мне реально, что вас интересует. Может, какой-то конкретно цвет понравился. В общем, вот такой вот у меня был обзор сегодня. Ссылку постараюсь оставить на каниколон, который я брала. Если найду все номера, то тоже постараюсь оставить вам внизу под видео в описании. Так что будет интересно, заходите. Насчет качества и как он используется один раз или больше, я вам могу сказать только в следующих видео. Пока ничего сказать не могу. На ощупь вроде такой же, но... Посмотрим. Мне кажется, что некоторые отличаются. То есть вот этот такой более какой-то пушистый, а вот желтый, допустим, похож на тот, что у меня до этого был. Ну, на сегодня у меня все. Надеюсь, вам не было со мной скучно. Если вам понравилось это видео и оно было полезным, то ставьте пальчик вверх. Если вы случайно на моем канале, то подписывайтесь. Как вы поняли, будет много причесок с каниколоном. С вами была Лазница Вика. Всем хорошего дня и пока!